выясняется, что Вадим Иванович учитель и Лёши Пёрковича, и учитель Франца, который участвует в этом семинаре, и учитель многих студентов, и близкий друг Деда Вагнера. Хватит его слов. Нет, это съемочный. Я думаю, что очень большое событие в нашей сегодняшней жизни – это вот этот семинар. Он несет в себе не только знакомство с человеком, который очень многое сделал в нашей профессии, и как оператор, и как инженер, и как изобретатель, и просто человек огромной энергии, продолжающий передавать ее своему делу, это пример колоссальный, особенно для молодежи, понимать, что такое самоотверженность в труде. И вот здесь я преклоняюсь перед этим человеком, причем его личное обаяние, умение общения и многое другое очевидно. Но если говорить о существе таком более целенаправленном, ради чего мы собрались, это то, что находится на этой сцене. Технология нашей профессии и связанная с самым главным орудием нашего творчества – это светом. Свет нам снеспослан природой, мы его должны видеть, регистрировать и как можно больше в своем творчестве отражать, применительно к тем задачам, которые мы решаем. Это удивительно кладезь искусства, свет. И вот Деда Вайгард создает нам световую дорогу для нашего творческого процесса. Спасибо большое. Вы начинаете.